Привет всем, друзья! Сегодня будет выездное, полезное видео. Обсудим много важных вопросов. На улице весна, тепло, болото. Как же я обожаю болото. Эта неделя у меня вся загружена, поэтому буду снимать вам вот в таком живом формате. Вообще, у меня вот рабочие дни, у меня все дни рабочие, но вот конкретно такие загруженные рабочие дни делятся на две категории. Первая категория — это домашние дни, когда я просто вот сутками сижу за компом. И вторая категория — это выездные дни, когда я занимаюсь, можно сказать, наземными делами. Там я в интернете, а вот сейчас я буду заниматься наземными делами, когда вот дела накапливаются, я выделяю день, еду и полностью все решаю. Вот сегодня, к примеру, мне нужно съездить в три банка. Потом нужно объехать мою недвижку, потом нужно встретиться с юристами, порешать там дела по этим всяким налогам. Как я не люблю вот эти все дела. Потом нужно мне заехать в барбершоп, потом мне нужно заехать за подарками и потом уже заехать на мойку, помыть машину, потому что машина грязная, сильно грязная. Целую зиму я ее не мыл. Я просто очень редко на машине езжу. Я даже на такси езжу чаще, чем на машине. Потому что бывают такие ситуации, что мне реально на такси проще. А вот когда вот такие вот загрузочные дни, когда нужно во много мест, да, когда я уезжаю на целый день, я беру машину. Я даже резину в этом году не менял. Такая зима. Одеваюсь в такие дни, видите, я по спортику, чисто спортивки, вансы, кофта, чтобы было удобно в машине, да, чтобы не жарко, и можно было выйти на улицу. Короче, вот так нужно жить. Так нужно жить, чтобы было комфортно, удобно и продуктивно. Нужно продуктивно использовать свое время. Я вот в 2019 году, кстати, ребята, добавил свои мантры, высказывания Брайана Трейси. Я иду всегда простым путем таким. Он говорит, как научиться управлять временем. Каждое утро нужно говорить себе, я мастер своего времени, я мастер своего времени. Я шикарно управляю своим временем. И это реально работает. Я кучу техник пересмотрел, как грамотно управлять своим временем. И они все какие-то тяжелые, да? Вот что дается тяжело, то никогда не будет работать. Вот оно прям настолько тяжело. Нужно все держать в голове. Блин, да это все полнейший бред. А вот просто с вечера пишешь себе список, да, дел. Всегда перед тобой этот список дел. Говоришь себе, я шикарно управляю своим временем, и все. И ты реально шикарно управляешь своим временем. Я реально редко езжу, чтобы вы не думали, сейчас вам покажу, вот, смотрите, пробег. 2600 за год 2600. Мне таксисты говорят, они за неделю 5 накатывают. Так что машина в идеальном состоянии, пахнет кожа, комфортно. Короче, я доволен, мне нравится. Если вы спросите, как тебе тачка, есть какие-то косяки? Да нет, ну, я редко езжу, какие косяки? Нет косяков. Я сажусь вот так вот, визуализирую. Я раньше, ребята, мечтал о Мерсе, еще в школе как-то. Но мне не хотелось машину. Я мечтал, что я на ней буду покорять дам, когда у меня не клеились отношения с девушками. Знаете, как это бывает в школе. Она тебе нравится, а ты ей нет. И ты себе такой думаешь. Вот подъезжаю я такой на Мерсе, она идет, несет тяжелые сумки. Я там сигналю, выхожу, помогаю ей, она садится, я ее подвожу домой, у меня там бизнес, я на крутой тачке, она удивлена, ну вот как-то так. Все же о таком мечтали, да? Все парни о таком мечтали, я думаю. Но знаете, что важно? Важно не просто мечтать, важно визуализировать. Визуализация – это конкретная работа, друзья. А вот мечтание — это просто мечтание. Ну, мечтаешь ты такой, ну, классно было бы, да, и все. А визуализация — это конкретная работа. Ты создаешь образ своей жизни, подкрепляешь это все соответствующими эмоциями. Это самое главное. И делаешь это постоянно, регулярно, каждый день. То есть это конкретная работа. Вот вы ходите на работу, также и визуализация. Каждый день вы уделяете это время. Вы должны визуализировать каждый день. Представлять жизнь своей мечты в мельчайших там подробностях и испытывать при этом соответствующие эмоции, чтобы вам было приятно. А если вам будет на душе плохо
и вы просто мечтаете, а потом такие себе говорите, ну да, это все классно, но нужно возвращаться в реальную жизнь, как же я не люблю вот эту вот реальную жизнь. Всю жизнь мне говорили, посмотри на вещи реально, хватит летать в облаках, да пошли вы все в жопу, я хочу летать в облаках, я хочу летать и притягивать себе все самое хорошее в свою жизнь. Я хочу жить по-другому, я хочу мечтать, я хочу окружать себя всем самым позитивным, всем самым лучшим. Блин, это моя концепция. И теперь те люди все отсеялись. Теперь у меня другой круг, который поддерживает мою концепцию. Эти люди меня вдохновляют. И с каждым днем вы вот это вот все самое хорошее будете потихонечку, потихонечку, потихонечку притягивать в свою жизнь. Так что визуализируйте, это работает. Сейчас уже, конечно же, легко поддерживать вот это вот состояние позитива, окружать себя всем самым лучшим. А раньше было очень тяжело. Раньше просто было нереально тяжело. Потому что ты живешь в жопе, у тебя ничего нет. И тут нужно мыслить нафиг позитивно. Вот в чем сила. Если вы сможете это сделать в тяжелой ситуации, мыслить позитивно, в тяжелой ситуации искать возможности, в тяжелой ситуации мечтать, летать в облаках, вот тогда вы только чего-то добьетесь. Но если вы в тяжелой ситуации будете говорить, да, все плохо, ни хрена у меня не получится, это все бесполезные мечты, ничего не получится. В этом и прикол, переломить себя, мыслить позитивно, когда ты в полной заднице. Вот как я жил. И только так вы придете к этой жизни. И теперь, конечно же, вам будет легко, потому что многие говорят, ну вот сейчас, да, тебе легко говорить, я бы посмотрел на тебя раньше. Так я раньше так же мыслил. Я бы не пришел к этому, если бы я раньше мыслил негативно, понимаете? В этом сила. Просто вот как устроены люди. Когда людям плохо, они продолжают дальше себя закапывать. Ну что за бред? Если ты ходишь на нелюбимую работу, то ты там расстраиваешься, нервничаешь, ну все, у тебя уже нелюбимая работа, все. Почему бы не относиться к нелюбимой работе с позитивом? Ты и так на нее ходишь. Или относишься с негативом, или с позитивом, но лучше с позитивом. Или людям плохо, они продолжают себя закапывать, продолжают там бухать, продолжают страдать, продолжают там смотреть какие-то сериалы. Представьте, да, вот человек заболел гриппом и говорит, ну все, я уже и так заболел, завтра пойду без куртки, все, мне уже на все пофиг, да я уже заболел. Нет, он лечится, понимаете? И вот с болезнью это понятно, да? А вот когда ты в тяжелой ситуации, люди продолжают дальше себя закапывать. Ты в тяжелой ситуации, тебе плохо. Зачем грузиться? Включай позитивную музыку, начинай поднимать себе настроение. Нет, мне плохо, я буду слушать негативную музыку, я буду курить. Почему ты куришь? Ой, знал бы ты, какая у меня тяжелая жизнь. Ты бы и не только курить начал. Почему ты слушаешь это дерьмо? Ой, знал бы ты, какая у меня жизнь. А что мне еще слушать? У меня плохая жизнь, поэтому я буду слушать дерьмо. Да как ты хочешь улучшить себе жизнь? Ну что за бред? У тебя все плохо? На противовес, давай позитив. Ищи какие-то позитивные стороны в этой ситуации. Начинай как-то себя поднимать. Зачем же себя закапывать? Жизнь плохая, все, я буду жить плохо. Ну что за бред? Вот так странно, друзья, устроены люди. Вот знал бы ты, да знал я это. И не через такое дерьмо проходил. Вот когда я был бедным, люди не верили, что я зарабатываю. Не верили. Да нет, ты бедный. Ну, сказки рассказываешь. А когда я стал богатым, люди теперь не верят, что я был бедным. Вот представляете? Так устроены люди. И так будет всегда. Они никогда не будут тебе верить, никогда. Они всегда будут искать в чем-то подвох. Да нет, так не бывает, так не бывает. Да бывает. Меняйте мышление. Редко, но вот залетают такие ребята на канал. Раньше писали, да у тебя нету квартиры, ты снимаешь отель. Это все показуха. А сейчас говорят, да нет. Ты не мог быть в такой жопе. Да нет, я не верю тем историям, когда тебе было плохо. Ты уже был богат, ты это все подстроил. Ну, короче, есть такие ребята, и, понятное дело, у таких ребят ничего не получится в своей жизни, пока они не изменят мышление.
Так, еще вот я записал парочку вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить. Вы мне задаете вопросы, я все вижу, я все читаю. Вот такие видео должны выходить, живые видео, разговорные. Многие спрашивают, почему я использую такие громкие названия, хайповые названия в своих видео, если я за пользу, если я хочу изменить образование. Я хочу изменить образование, ребята. Я хочу изменить этот мир. Какие мне еще использовать названия? Тихие, чтобы их никто не видел, их никто не замечал? Мне нужно кричать, вот почему я такой заряженный. Не потому, что так нужно. Во-первых, это у меня внутри. Вот вся эта мотивация у меня внутри. Я когда начинаю рассказывать какую-то тему, начинаю снимать видео, я так завожусь. И вот это у меня на автомате, да, вот эти вот крики. А во-вторых, да, если бы я не кричал, ну что это за мотивация? Кому не нравится, блин, выход простой, просто не смотрите меня и все. Если бы я вам говорил, ребята, нужно действовать только вперед. Нет, нужно говорить, поднимайте свою задницу с дивана, у вас есть все возможности, у вас есть все силы, чтобы осуществить свою мечту. Вот так нужно говорить. Эта мотивация у меня внутри. Я каждый день мотивируюсь, читаю статью, читаю книгу, смотрю видео, готовлю для вас видео. Вот, кстати, готовим для вас такие сильные видео. На них нужно очень много времени, чтобы грамотно все сделать, грамотно все адаптировать. Но видео такие сильные. Я вот бываю реально за одним высказыванием, сижу часами и просто пытаюсь его понять. Не то чтобы я его не понимаю, я пытаюсь применить его к себе, да, в свою жизнь и понять, блин, вот в чем сила, вот в чем секрет. Почему я раньше так не делал? Почему я не мог до этого додуматься? Такие сильные высказывания. Вот выйдет скоро крутейшая речь. Короче, каждого из вас эта речь за день и за живое. Поэтому, друзья, если ты маленький, если ты взялся за глобальную цель, за невыполнимую, можно сказать, цель при жизни, об этом нужно кричать. И на форуме прошедшем, на Dream Big форуме, я услышал это от человека, который строил Дубай. Он сказал, что вот если бы мы строили обычные здания, обычные небоскребы, такие, как строят во всем мире, а нас бы никто не знал. Дубай это, блин, деревня была. И он говорит, если бы мы не начали кричать, мы были маленькими. Чтобы маленьких услышали, им нужно кричать. Иначе их никто не услышит. Поэтому они построили самый высокий небоскреб в мире. И теперь о Дубае говорит весь мир. Раньше Нью-Йорк там был крутым мегаполисом, сейчас помойка. А Дубай, это, блин, деревня была раньше. А сейчас, посмотрите, какой Дубай, да? Они кричали, они заявляли о себе. Они привлекали инвестиции. Они показывали свою страну. Приезжайте, инвестируйте, мы дадим вам возможности. У нас все будет самое лучшее, все самое топовое. И это реально так. Еще вы меня очень часто спрашиваете про инвестиции. Ребята, не ждите ничего, не ждите, начинайте действовать. Ваша финансовая грамотность, ваша финансовая безопасность только в ваших руках, только в ваших. Не ждите меня, когда я опубликую информацию об инвестициях. Все, Тарас не публикует, я буду ждать. Не ждите, я ничего не жду. Я знаю, что мне никто не поможет, поэтому мне нужно самому искать эту информацию. Я, конечно же, расскажу вам, куда я инвестирую, собирая эту информацию. Это будет, кстати, закрытая информация. Возможно, даже платное, потому что я там полностью вам дам весь список, сколько у меня золота, сколько серебра, в каких инвестиционных хайп-проектах я участвую. Вот я эту всю информацию просто так не хочу давать. Во-первых, люди не берут на себя ответственность. Вот я сказал, вот я покупаю золото. И люди такие, ну мы тоже купим золото, купили золото, золото не росло. И у меня люди спрашивают, Тарас, когда будет расти золото, почему золото не растет? Да блин, я инвестирую не на один год. Это мой неприкасаемый запас. Золото для того, чтобы сохранить деньги. Если вы будете инвестировать в золото, вы не сделаете x2. Инвестируйте в биткоин, чтобы сделать x2. Или в какие-то высокорисковые акции. В Теслу вот. Кто проинвестировал, тот сейчас поднялся шикарно. А золото это чтобы сохранить ваши деньги. Вот ваш неприкасаемый запас нужно перевести в золото. Потому что золото не обесценивается. А валюту съедает инфляция. Кстати, кто раньше еще влетел в золото по глупости, чтобы быстро поднять денег, есть такие, не знаю, зафиксируйте сейчас, продайте, да, пока золото вверху. И потом уже инвестируйте на долгосрок. Потому что
много таких ребят, которые вот хотят быстро срубить, не получится. Еще во времена биткоина такие были ребята, которые вот меня спрашивали: Тарас, покупать биткоин? Я говорю: да, покупайте. Я купил, покупайте. Купили они по 7 тысяч. На следующий день биткоин 5. Они пишут: Тарас, что делать? Что делать? Капец, я вложил последние деньги. Да как так? Я говорю: да не парься. Через недельку все будет норм. Это коррекция, все будет норм. Нет, ты что, мне нужны деньги. Продал. Через неделю он 9. Ну там или 8, не знаю. Короче, там на 2 штуки баксов он вперед ушел. Ну, человек был просто в ужасе он был. И он сказал, что вот за 40 лет это был самый ценный урок в его жизни. И поблагодарил меня за этот урок. Вот так вот, ребята. Также и с золотом. Так что инвестируйте в долгую и инвестируйте свободные средства, чтобы не париться. Но если вы хотите рисковать, берите на себя 100% ответственность и рискуйте. Но фишка в том, что вы все равно потеряете. Потому что если 2 раза риск оправдался, вы почувствуете себя богом и захотите еще раз, потом еще раз. И так будет продолжаться до тех пор, пока вы не потеряете все бабки. Потому что если вы рискнули, вложили косарь, у вас 5 косарей. Классно. Давай-ка я еще раз вложу 2000 и получу 4. Получилось. Блин, ну если я такой шарящий, если я такой везунчик, вложу-ка я 10 и получу 20. Вложили 10 и все просрали. Частый и быстрый успех, он очень опасен. Он опаснее, чем провалы. Он овладевает вашим сознанием, и вы думаете: все, я все могу. Так будет продолжаться всегда. Будьте осторожны с этим. За все должны отвечать вы. Вы понимаете, на что вы идете. Обо всем интересоваться должны только вы. Никто вам деньги в карман не положит. Только вы сами. Вы сами должны быть заинтересованы в своем заработке. Я вам могу показать путь. Вот, смотрите, ребята, я инвестирую туда-то и туда-то. Хотите, инвестируйте, не хотите, нет. Я инвестирую. Хотите, копируйте. Хотите, не копируйте. Я показываю. Я инвестирую, да, я прогораю, да, я теряю. Там я зарабатываю. Так будет всегда, если вы хотите. Вот, покажи мне 100% там схему, куда я могу вложить, чтобы получать пожизненно. Нет такой схемы. Нету такого актива, чтобы вы пожизненно получали без рисков. Чем больше риски, тем выше доход. Чем ниже риски, тем ниже доход. Это, я думаю, понимают все. И последний вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, это вопрос по окружению. Вы очень часто меня спрашиваете, как окружать себя вот правильными людьми, как мне поступать в той или иной ситуации. Смотрите, если вы меняете свое мышление, никого не нужно в этом переубеждать. Не нужно садиться с мамой на кухне и начинать ей задвигать: короче, смотри сюда, ты всю жизнь неправильно жила. Нет, не надо, не надо. Не нужно даже никому об этом рассказывать, если вы видите, да, что ваша семья вообще вас не поддерживает. Не нужно. Будет много стычек, не нужно. От этого будут страдать все. Вам будет плохо, родителям будет плохо. Они будут думать: у меня сын сошел с ума, что с него будет. И вы будете думать плохо о родителях, вот какие они у меня плохие, не поддерживают меня. Короче, держите это все пока в себе. Просто действуйте, просто окружайте себя миллионерами через книги. Это первое. У вас, как и у меня, не будет ни одного человека в начале пути, да, который бы так мыслил. Ни одного. Будут люди, да, с позитивным мышлением, будут какие-то позитивные люди. Хотя бы с ними нужно общаться. Но вот прям таких людей у вас не будет. Они будут появляться потом. Поэтому единственные такие люди, они в книгах. Читайте книги, которые написали миллиардеры, миллионеры. Ну или просто счастливые люди, на которых бы вы хотели равняться. Вот ваше окружение, это первое. Потом вы начинаете ходить на семинары. Вот на семинарах, вот там уже правильное окружение. Потому что туда хейтеры не пойдут. Туда обычные люди не пойдут, которые не хотят менять свою жизнь. Ну пойдут, ну их там 0,
0,1% этих людей. Вот там вам нужно знакомиться. Вот я был на семинаре на Dream Big, и там я столько встретил своих подписчиков, таких заряженных, таких целеустремленных ребят. У многих уже есть бизнес, да? Многие только начинают, а у многих уже есть бизнес. И у всех, ну, такие цели, да? У всех есть видение. У всех есть видение. Все знают, чего они хотят. Вот я спрашиваю: так, Тарас, смотри, я хочу так-то и так-то, а я в следующем году делаю это, а вот я себе поставил цель в следующем месяце, мы выходим на такую-то прибыль. Все заряженные. Вот ходите на такие семинары, и там потихонечку ищите себе новых друзей. Старые друзья потихонечку будут от вас отдаляться, потому что интересы у вас уже будут разные. И вот потихонечку в вашу жизнь будут приходить новые люди. Это все постепенно. За 3 года, за несколько лет вы найдете свое окружение. И потом, когда ты начинаешь, например, делать бизнес, у тебя появляются деньги, это уже 3-й шаг получается. Сначала книги, потом люди на семинарах, и потом 3-й шаг, ты уже знакомишься с богатыми людьми. Как ты знакомишься? У тебя есть деньги. Как я знакомился с богатыми? Только через деньги. Ну, сейчас уже можно и через общение, конечно же, и раньше можно было. Но через деньги проще всего, потому что ты там купил недвижимость у человека. Все, теперь ты общаешься с этим человеком. Потом этому человеку, миллионеру, с которым я познакомился, понадобилась помощь, чтобы я помог его детям, да, с Инстой, с Ютубом. И вот я уже в новом кругу. И люди, блин, меня слушают. Я вот недавно как бы стал миллионером, а люди уже меня слушают и записывают что-то. Да, вот мои советы. Я не про детей говорю, да, а про серьезных ребят, да, у которых недвижка, которые уже там десятки лет миллионеры, но они хотят развиваться, да. Они понимают, что сейчас идет вот диджитализация, нужно быть в сети, нужно прокачивать свой личный бренд. И в этих вопросах у меня больше опыта, чем у них. У них больше опыта в наземном бизнесе, в недвижке, к примеру. У меня больше опыта в интернете. И вот, вот так вот потихонечку меняется ваше окружение. Ребята, я рассказываю все на своем опыте. Так было у меня. Вы тоже через это пройдете. Так что развивайтесь. Развитие — это самое-самое главное. Инвестируйте сюда. Понимаете, если у вас будет вот что-то здесь, с вами будут общаться миллионеры. Если у вас здесь пусто, ни один миллионер с вами не будет общаться. Вы спрашиваете, как, да, начать общаться с миллионерами? Да нужно прокачать себя, чтобы ты миллионеру этому рассказал что-то интересное, чтобы он тебя слушал. Поэтому развивайтесь. И потом вот эти вот знания вы сможете сконвертировать в деньги. Понимаете? Это самый ценный ресурс. Инвестировать сюда нужно больше всего. Тратьте деньги на свой ум. Самый ценный совет. Это самый ценный совет. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Я думаю, в этом видео было очень много пользы. Если так, поделитесь этим видео с друзьями. Обязательно поставьте ему лайк. Я буду ехать по делишкам. Подписывайтесь на все мои полезные проекты. Проект по заработку, проект по книгам, проект по мотивации, только полезные проекты на канале по заработку. Кстати, в этом месяце я планирую выпустить 3 видеоролика, так что заходите, смотрите, только польза, только правда. Буду рассказывать, как я зарабатываю, буду рассказывать о всяких подводных камнях, о косяках. Будет очень интересно. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Подписывайтесь в мою инсту, я там пишу крутые, полезные посты, ищу для вас крутые посты, максимум пользы, максимум мотивации в инсте. Короче, все по моей концепции, вы это уже знаете, если она вам нравится, подписывайтесь и добро пожаловать в сообщество успешных, целеустремленных людей. Если вам не нравится такая концепция, не усложняйте никому жизнь, отписывайтесь. Отписывайтесь и ищите то, что вам нравится. Все так просто в этой жизни.
Огромное вам спасибо за поддержку, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Всех люблю, целую. Пока.